Для нового этиленового комплекса выбрана площадка в 34 гектара. На производстве в процессе переработки сырья планируется также получать пропилен, бензол, дивинил и сопутствующие нефтехимические продукты. Новый этиленовый комплекс является частью стратегии развития химического и нефтехимического комплекса Российской Федерации, а также входит в программу социально-экономического развития Республики Татарстан с целью применения при проектировании энергоэффективных и современных технологий и минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду. Компании «Нижнекамскнефтехим» в июне 2017 года заключен контракт с немецкой компанией «Линде» на проектирование и поставку оборудования. Проектная документация нового строящегося производства «Этилен-600» прошла главную экологическую и государственную экспертизу. Положительное заключение уже получено. Всего на новый комплекс ожидается поставка 1442 единиц оборудования из разных уголков земного шара. Колонны оборудования будут изготовлены и поставлены из Южной Кореи. Часть емкостного и электротехнического оборудования изготавливается Российской Федерации. Динамическое оборудование будет поставлено из Германии. В настоящее время процесс поставки оборудования вошел в активную фазу. Первое судно причалило в Нижнекамский порт 18 мая. Оборудование разгружали в течение 2 дней. Отсюда их доставят на склад временного хранения, который расположен в непосредственной близости от места монтажа. Все эти аппараты произведены в Германии. В первом рейсе в порт прибыло 37 штук закалочно-испарительных аппаратов и 9 паросборников. Оборудование крупногабаритное, их поставка весьма трудоемкий процесс. Один рейс занимает полдня. Итого, за день 2 трала могут совершить всего 2 рейса. Всего в порт прибудет еще 18 рейсов. На них привезут 279 единиц крупнотоннажного оборудования. Остальную часть необходимого оборудования доставят железнодорожным и автомобильным путем. На сегодняшний день уже заказано 90% от общего числа. Согласно существующему графику, поставка оборудования будет завершена в июле 2021 года. Монтаж будет проходить при тесном сотрудничестве с компанией-производителем «Линде». Все оперативные ежедневные совещания проводятся по скайпу. Приемка оборудования осуществляется специалистами компании «Линда» без привлечения ПАО «Нижнекамскнефтехим». Но одновременно с этим результат проведенной проверки оформляется актом и направляется вместе с фото- и видеоматериалом в адрес «Нижнекамскнефтехима». В ближайшее время планируется приступить к работам по монтажу основных коллекторов подземных трубопроводов, укладке фундаментов и железобетонного каркаса. По завершению строительства будет организовано 600 новых рабочих мест. Увеличится выпуск дорогостоящего товарной продукции и, что немаловажно, будет увеличено налоговое отчисление в бюджет города и Республики Татарстан. Айслу Хафизов, Роман Мальцев, Власимагин, Эн-Медиа.